уже совсем близко, поэтому к ней нужно подготовиться. В этом видео я покажу тебе идеи декора, создания уюта и тепла, а также зимней атмосферы. Так что подпишись на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем мои видео, а зимних видео и новогодних будет очень много, я тебе обещаю. Также не забудь нажать на колокольчик, чтобы смотреть эти видео первым, и мы начинаем! Ничто у меня не ассоциируется зимой так, как гирлянды. Ну, кроме елки, конечно. Поэтому я стараюсь как можно раньше вешать гирлянды, чтобы создать уют и тепло в своей спальне. Ну, а если честно, то они у меня висят круглый год. As to find someone with whom to spend your every day. О, свечи – это вообще отдельная тема. Я их просто люблю как понятие, но ароматические уж тем более. Зимой я просто обожаю зажигать эти свечи и вдыхать невообразимые ароматы. Плед я считаю не только осенним, но и зимним атрибутом. В нем очень тепло и уютно читать книги, заниматься, да и вообще делать все, что угодно. А теперь время DIY. Для этого нам понадобится какая-то плошечка или баночка, шишки, а также вата. Для начала я вот так вот распушиваю вату, а затем вставляю туда шишки. Вот так вот просто и недорого можно сделать красивые украшения в свою комнату. Не за что. Зима для меня – это не только что-то материальное, это еще и песни, так называемые уютные песни. Вот вам несколько примеров моих любимых. А теперь давайте перейдем к украшению нашей комнаты. Всякие снежные шары, статуэтки, елочки, снежинки – все это создает просто невероятную атмосферу Нового года и зимы, и это очень круто. Кстати, напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты новогодний DIY от меня. Ничто так не оживляет комнату, как фотографии. Да, у меня еще висят осенние фотографии, но скоро мы это изменим. Моим самым любимым фруктом зимой являются мандарины. К тому же они богаты витаминами, и это очень круто. Также вторым моим любимым фруктом зимой является хурма. Поставь палец вверх, если ты тоже любишь хурму, а если ты еще не пробовал, то тоже поставь палец вверх и беги в магазин за хурмой пробовать ее. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись.